Всем привет, дорогие друзья! Сегодняшняя наша встреча состоялась в Лос-Кампало, в магазине итальянских тканей на Константина Заслонова, дом 4. И у нас вот такая прекрасная подборка зимних костюмных шерстей. Такие ткани подходят как для утепленных жакетов, так и для каких-то пончо, может быть, накидок, шарфов, кардиганов. Все зависит только от вашей фантазии, сделать можно все, что угодно. Хочется отметить еще такой момент, что почему мы продаем лоскут. Мы называем часто наши ткани лоскут. Очень часто задается в Телеграм такой вопрос, когда у нас мы только выставляем пост, и буквально там через 5-10 минут мы пишем «продано». Некоторые наши клиенты говорят то, что как такое возможно, вы только выставили пост и через 5 минут уже продано, вы делаете это специально? На самом деле ответ очень простой. Вот такого рулончика хватает всего на 1-2 заказа. Это всего лишь пару изделий максимум. Метражи у нас приходят от 0,5 до 20 метров. То есть это не регулярные поставки. Ткань приходит, на несколько заказов разлетается, заканчивается, и затем приезжает что-то новое. У нас постоянное обновление ассортимента. Этим мы можем похвастаться. И эксклюзивность своего рода. То есть вы получаете ткань на эксклюзивные изделия, и такую ткань очень сложно будет найти снова. Но иногда бывают исключения, и с нашего склада приходят такие же ткани, может быть, тоже в лоскуте, в небольшом метраже. Итак, начнем с стока ферла. Это альпака 100%, 2650 рублей за метр базовая цена. Чем же привлекательна эта ткань? На самом деле, помимо того, что она очень красивая, то есть жакет из такой ткани будет смотреться статно, будет смотреться дорого. И, конечно, если прикоснуться к этой ткани, это сразу чувствуется. То есть, во-первых, она греет, во-вторых, она мягчайшая, просто тающая в руках. И ощущая эту ткань на себе, вы чувствуете, что это изделие действительно дорогое, что это очень классное изделие. Такие ткани используют только премиальные бренды и люксовые. Вот, советую присмотреться к этому варианту. Кстати, этот отрез 2,65. Следующая наша позиция. Прекрасная елочка с таким очень интересным смесовым составом от Позерико. Бренд Позерико делал изделия из этой ткани, соответственно, кусочек такой вот попал в наш магазин. Шерсть, альпака, мохер и чуть-чуть полиэстера. Ткань такой между, ну, на грани, наверное, уже ближе к пальтовой, либо утепленный жакет, очень красивый получится, может быть, это даже какая-то юбка. 4200 за метр стоимость этого варианта и стандартная ширина. Следующая наша позиция. Клеточка Гленчек, дабл фейс. Обратите внимание, что такой вот глубокий черный с одной стороны. И здесь классическая клеточка Гленчек. Давайте посмотрим стоимость. Кстати, это сток Максмара, 3200 рублей за метр. И хорошая ширина у этой ткани. Тоже как на мужские, так и на женские изделия будет великолепно. Следующая позиция из нашего обзора. Такая немножко суховатая ткань. Она довольно теплая, такая довольно плотная. Это даже может быть облегченный вариант пальто, либо это может быть утепленный жакет. Шерсть с добавочкой полиэстера. Сток Кос. 3600 рублей за метр. Дальше небольшой отрезик от ферла. Опять альпака мягчайшая к нам попалась. У нее изнанка и лицевая сторона. Можно использовать любую как лицевую, я хотела сказать. Стоимость этого варианта 3450, фиксированная цена. И она выглядит действительно оригинально с двух сторон. Можно сделать двухсторонние изделия. Дальше. Красивейшая альпака. Это уже такой ближе к костюмному варианту, но очень похожа на фланельку по своим ощущениям. Ткань очень мягкая, тающая в руках. В составе также альпака, 2650 рублей за метр, глубокий, очень красивый цвет, синий с бордовым, такое дорогое получается сочетание. И в жакете, как в мужском, так и в женском, будет выглядеть такое в английском стиле, очень круто. Сочетается с какими-то аксессуарами и будет прям вообще великолепный образ.
Шерсть стопроцентная. Дальше у нас в интересной расцветке. Такие теплые коричнево-бежевые тона. Шерсть сухая, чуть-чуть колкая. Сразу вас хочу предупредить, чтобы вы потом не разочаровались. Кто не любит сухую шерсть, вот этот вариант такой суховатый немножко. Но, тем не менее, очень теплый, очень стильный. И, конечно же, на облегченное пальто будет очень красиво смотреться. Так, следующая наша позиция и последняя в этом обзоре. Стоимость 2450. Это шерсть. Твидовое плетение. Тоже классический. Можно создать образ. Подойдет. Она, кстати, мягкая, может быть, даже кардиган какой-то. Либо смягченный жакет, либо продублируйте ткань дублеринчиком. У нас, кстати, есть дублерины разных плотностей. Можете у нас уточнить, какой подойдет. И ткань можно сделать стабильной, формодержащей. Она будет держать форму, не будет такой пластичной и мягкой. Всем спасибо за просмотр. Ставьте обязательно палец вверх. Пишите в комментариях, что хотите, чтобы мы показали в следующем обзоре. И мы с вами прощаемся. Всем хорошего настроения. Всем пока.